Добро пожаловать в элиту, самый сильный и активный альянс Литвы. Вас ждут титаны 14 звезд, война по тактике и сплоченный коллектив. С вас 6 команд на войне, зеленый центр, активность и отвага против Теллурии. Добро пожаловать в Литву. Хеллоу, обещал держать вас в курсе дел, чем, собственно, и продолжаю заниматься. Кагану и Хоргулу вернули исходные атаки по процентам, то есть в ряды героев, кто подвергнулся балансу, они больше не входят. Королеве червей, помимо добавленного урона в 10%, который стал теперь 240, добавили процент к здоровью стража карты. Теперь процент ХП у этой карты равен 16%. По-прежнему лимонят перья совехранителю. Баланс же. Вернули статы на исходные позиции. Прямой урон увеличен до 280%. А увеличивающийся урон за мертвого союзника был уменьшен 60 на 50%. А далее два самых интересных баланса, но пока не ясно, останутся они или нет. Горилла-хранитель 250% урона массово, все союзники получают 94% защиты ото льда. И добавили, убирает недуги со всех союзников. Вот это поворот, да. Но и это еще не все. Маргарет продолжают дорабатывать. Помимо 150% урона по трем целям, шанс уклониться от атаки врага стал на 10% выше. То есть было 20%, а теперь разброс от 30 до 90%. Смешно, конечно, но меток и не упали ни Атомас, ни Маргарет, которая теперь, походу, будет даже годной. Ну и Теллурии убрали срез регена маны вовсе. Теперь она только бьет, только призывает стражей с 13% ХП и атаки и накладывает отхил в 411 здоровья на 3 хода. Но что-то мне подсказывает, что это далеко не последнее изменение по ней. Также я наконец-то написал в теме, каких героев еще необходимо апнуть, ибо они ну тупо не нужны такими, какие они сейчас есть. Вот небольшой список. Айрон, Арес, Миссандра, Наталья, Абакан, Торн, Мусаши, Персей, Тотамун и Капитан Саргасса. Кому интересно, можете почитать на паузе. Думаю, на английском и вы поймете, чего же я хочу видеть от баланса. Но для тех, кто нет, так как я крайне затрахался писать каждое слово на чистом английском, прикладываю вам охерительный перевод от Гугла, ибо писать еще и это по-русски мне крайне лень. Да и в принципе, суть тут ясна. Пишите, что думаете по уже тем героям, что есть на балансе, а также что думаете по предложенным мною героям для апа. По сути, ничего сверхъестественного я не предложил. Короче, пальчик вверх не повредит, и подписка где-то спит. Колокольчик не нажал, и видосик проебал. Дальше интереснее, всем пока.